Каменные джунгли в сердце Южной Пальмиры. В семафорном переулке продолжают уничтожать зеленое насаждение. Там снесли торговые павильоны и вырубили последние деревья. На месте событий побывали наши корреспонденты. Старые деревья уничтожили в семафорном переулке. На территории этого торгового центра уже было снесено в прошлые годы несколько деревьев. Хозяева этого торгового центра не очень любят зелень. Тут, получается, такие каменные джунгли и трасса оживленная. Это ужасное место. На место сразу приехали оперативники. Правоохранителей на площадку пустили не сразу. Нужно установить закон, а не законы, сколько здесь было деревьев. Разрешение есть на спилку, нету. Делать запросы, сколько здесь должно было деревьев. Какого размера, какой толщины. Может, здесь было больше, может, здесь было 300 деревьев. Сотруднику госэкоинспекции зайти и вовсе не разрешили. Охрана потребовала разрешение из Киева. Мол, это частная территория. Мы можем проверить это снос зеленых насаждений в городе, гражданами. Но если это проводится предприятием, если это субъект хозяйственной деятельности, мы только можем проводить по специальному направлению. Представители застройщика уверяют, все законно. Однако официальных документов никто так и не предъявил, аргументируя тем, что для подготовки всех справок потребуется время. Почему вы это все скрываете? Мы ничего не скрываем. А что я могу прокомментировать? Юлия Пробачай, Ксения Терзи, Виталий Прус, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.